WorldSkills – это крупнейший международный конкурс профмастерства. Чтобы определить лучших в профессии, для участников готовят несколько отборочных этапов. Первый – региональный. В этом году его проводят сразу на 16 площадках Прикамья. Одна из них – Березники. Вот, например, сосредоточено шаг за шагом. Прокладывает себе дорогу в финал Роберт Гельфанов из Губахи. Он собирает механическую схему, благодаря которой двигатель вращает колесо. Скорость работы парня поражает. Он закончил задание еще за несколько часов раньше положенного. Нужно было собрать механическую схему, и вот я ее собираю. Сейчас у меня проходит проверка, и в принципе я продолжу дальше работать. Волнение, естественно, присутствует, да. Я готовился вчера весь день, но постараюсь занять первое место. Может, заметят меня, да, пригласят на работу. Точность, внимательность, стрессоустойчивость – пожалуй, главные черты победителей WorldSkills. Ведь выполнять задания ребятам нужно не только быстро, но и точно. А за каждый промах сразу получаешь штраф. Например, забыл надеть очки или перчатки. Или запустил схему, и она не работает. Тоже минус балл. Когда мы готовим к чемпионату, дополнительно с этими нашими вот участниками, которые на чемпионате, занимаются специалисты. Бывают даже такие моменты, когда мы отправляем при нехватке какого-либо оборудования студентов на предприятие, дабы они там получили более расширенные знания и навыки. А буквально в соседнем здании от строгих механиков свое испытание проходят будущие медсестры. Сегодня они направили все свое внимание на пациентов. Правда, сегодня их роли играют такие же студенты. По легенде, у каждого своя история болезни и диагноз. Но подробности участницы конкурса узнают только в разговоре с больным. Я боялась, конечно, что мой пациент скажет что-то не так или что-то недоскажет мне. Но он все сказал, все мне развернуто отвечал. В принципе, все было легко, пациент со мной контактировал. Мне нужно было оценить его состояние, помочь ему в каких-то его домашних делах. Также я оценила его состояние. Он, пациент, со мной хорошо работал, контактировал. Все было хорошо. Я считаю, что я справилась. Ну, возможно, не отлично, но, думаю, на хороший балл. Впереди у этих студентов еще целый соревновательный день. А уже в субботу организаторы подведут итоги. И тогда мы узнаем, кто станет победителем регионального этапа и поедет на всероссийский чемпионат представлять родной край. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.